Обеспечить мирный характер акции потребовал от правоохранителей и организаторов президент. Петр Порошенко отметил, что к протестующим относятся с пониманием, тем более, что, по сути, они поддерживают его законодательные инициативы. По словам главы государства, снять неприкосновенность депутатов и судей он предлагал еще 2 года назад. Мирные манифестации є надзвичайно важливим елементом демократії. І я з розумінням ставлюсь до акцій і з повагою до їх учасників. І я вимагаю від усіх правоохоронних органів забезпечити мирний характер акції. Ні в якому разі не можна допустити, щоб безвідповідальні політикани повторили події, трагічні події, які відбулися 31 серпня, які призвели до загибелі 4 нацгвардейців. И вовсе не из-за пикетчиков, а из-за визита мальтийской делегации во главе с президентом этой страны на улицах Киева появилась Нацгвардия, и движение в центре было перекрыто. Так в администрации президента пояснили небывалое усиление мер безопасности в правительственном квартале. Встречали Марии Луис Калейра Прека с размахом, даже пушки привлекли, чтобы дать приветственный салют. Их разместили в Мариинском парке недалеко от протестующих. С лидером Мальты Петр Порошенко обсудил продление санкций ЕС против России и торгово-экономические вопросы. В частности, договорились исключить двойное налогообложение, а еще открыть прямое авиасообщение между странами уже этой весной. Это не только для туристов, это еще и для общения людей в сфере образования, к примеру, студентов. Это и для бизнес-контактов, социальных программ и многого другого. И я действительно ценю, что практический результат этой встречи сблизит наших граждан и наши страны.